Приветствую всех, с вами Нил Найт, и мы продолжаем проходить Flatout Ultimatum Carnage. Прошлая серия была настолько сильно зажата ютубом, что в некоторых моментах картинка сыпалась, но на эту тему в конце я еще кое-что расскажу, а пока что продолжим проходить. В прошлой серии мы остановились на этом моменте, но прежде чем мы пойдем проходить дальше, я бы хотел бы кое-что прокачать в своей машине. Автомастерская у нас есть, я, по-моему, все прокачал. Абсолютно, насколько я помню, в своей машине, кроме веса. Мне казалось то, что там что вес увеличивается. Но на самом деле это увеличиваются показатели. Показатели веса, типа вес становится лучше и машина будет хорошо себя вести. Поэтому сегодня я предлагаю докупить недостающие вещи. То есть у нас тюнинг кузова есть. Да, мощность добавляется, вес там что-то хорошее у него происходит. Вон тут так вообще разгон увеличивается. Или уменьшается, я не знаю. Короче, так или иначе, я все это беру. Мне совершенно все нужно. Мне это все совершенно пригодится. Совершенно пригодится, елки-моталки. Вот, все, а теперь продолжаем играть. Ту первую гонку я пипец как долго проходил. Я надеюсь, сейчас вторая гоночка пройдется немножечко полегче. Джойстик я так и не подключил, потому что уже не вижу никакого смысла. Я в конце серии расскажу, что к чему. То есть в моменты, когда картинка статичная, ничего не двигается, ничего не сыпется. А когда вот так вот катаются машины, все проносится мимо тебя, картинка не удерживается и сыпется по полному. То есть обратите на это внимание. Это не Джейсон Уокер. Эта маленькая машина принадлежит Софии Мартинес, насколько я помню. Так, я машину прокачал. У меня должно кататься еще лучше. Разгон должен быть лучше. В принципе, я хорошо догоняю. Я хорошо догоняю самых первых. Из-за сниженного веса. Прощай, чувачок. Ой, я чувствую, сегодня хорошо покатаюсь. Прям от души пройду эти все части. То есть я в прошлый раз подумал то, что там, вес увеличивается. Это нет, показатели увеличиваются. Мол, типа, вес становится лучше. Машина будет хорошо себя вести. С таким весом. Да, я уже первый. А я так мучился в конце прошлой серии. Знал бы сразу, все прокачал бы и не это самое. Давай только не в край. Тем не менее, у нас скоро закончится второй круг. И это будет балдежно. Бентон там навернулся. Он желтым значком обозначается. Я это запомнил. Ну вот он там знатно навернулся. Так, а вот и конец круга. Второго был. Так, это вообще писец, я лидирую. Я думал, сегодня буду мучиться. Я думал, будет как в конце прошлой серии. Буду 2 часа проходить одну часть и типа пипец будет. Нормально, вес снизил и стало все лучше. Они даже догнать меня не могут. Я даже могу себе позволить врезаться в какое-нибудь дерево там, возродиться. Вот, но я этого делать не буду, потому что, ну а нафиг? Нафиг мне этот нервотрепка? Я нормально до конца доеду. Они будут локти кусать. А я пойду на следующую гонку. С первого раза. Не, я ничего пересматривать не буду. Давайте, сохраняйте меня и дальше отправляйте.
Я вообще, что ли, ничего не получил? Я вообще ничего не выполнил. Так, а запчасти новые не дадут? Вроде как не дадут мне новые запчасти, поэтому я сразу отправлюсь на третью гонку. Но я только сначала попью. Ай, ёлки-моталки, сейчас. Небольшой вдох. Перед финальной гонкой. Так, там где-то Фрэнк Мальков. Фрэнк Мальков. Это если кто не знает. Нет! Это нечестно! Ядрить! Это как переиграть? Давай повторить гонку. Короче, если кто не знал, мальки — это дети рыб. Поэтому Фрэнк Мальков — это как бы рыбий ребенок, короче. Фрэнк. Да я вообще манал. Они не пускают меня вообще никак. Нет, апокалипсис! Да вы издеваетесь, что ли? Нет, ну я просто не успею это переиграть. Тут тоже есть апокалипсис. Да, кстати, я надеюсь, сегодня у нас серия получится такая, скажем, более компактная. Не на один час. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здрасте, забор покрасьте, блин. Так, на шестом месте. Да нифига, тут надо все расчищать, прежде чем отправляться дальше. О, место знакомое. Да-да-да-да, я помню, это с флотаута второго. О, сработал апокалипсис. Третье место! Тихо-тихо-тихо-тихо. Да блин, это просто чудо какое-то. Я уже первого нагнал. Так, это Джек Батон. Батон. Тебе хана. Походу нет. Давай-давай-давай-давай. Есть. Че, не ушел, да? Я думал, он сейчас оторвется, как не знаю кто, а он сам тоже затормозил там. А до свидания. Вообще кайф. Вот, блин, ёлы-моталы, в прошлый раз чуть-чуть не прокачал машину, и это капец был. Это очень сказалось сильно. На прокачке машины. Так, это третий круг. Вот сейчас бы главное нигде не лохануться. И будет все красиво. Я прям даже не дышу. А, не отстали. Там батон совсем далеко находится. Пошел он к черту, я победил его. О, продолжить кубок, давай. А что продолжить-то? Я уже его выиграл. Я его полностью... О, я там это что-то получил. Я не успел посмотреть, что я получил. Так, люди. Все, 2000 эти самые баблосики получил. Я открыл себе паркинг, лот, дерби, дерби, окей, зашибись. Так, начать гонку, не начать гонку, да, там чё, где, когда. Класс дерби на 37% прошел. Так, а может быть я сегодня успею полностью дерби пройти? Да, вот у нас самое последнее. Или нет? Я губу раскатал, я подумал, тут все три штучки вот эти прошел, а я просто в первом списке прошел три. Не, значит, там еще долго что проходить, много чего открывать. Сразу приступаем, продолжаем дальше. Все, раз, два, три, четыре, пять. Погоди, 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 погоди. Я прежде чем пойти куда-либо хочу посмотреть, не открыл ли я случаем какие-нибудь новые детали, потому что если я сейчас не посмотрю, что там есть какие-то новые детали и не возьму их, потом буду полчаса проходить.
какую-нибудь одну сраную гонку, которую можно пройти за 5 секунд. Хотя вроде они ничего не предупреждали, да, там типа ничего не открылось, мол, типа обойдешься. Да, ладно, тогда можно отправляться дальше. Ну, мы в похожем месте катались уже. Они все впереди. Я в полной заднице, так можно сказать. Был. Но я вышел. Как бы это... Я вышел из того детского возраста, когда плелся в самом заду. Нифига, я уже третий. Это в нарезку можно было бы. Вот если бы YouTube так сильно не жал качество видео... Это можно было бы просто в нарезку добавить. Батон, батон, блин. Батон, вернись обратно. Я тебе булочку куплю. Лох. Батон лохом оказался. Стоит такое обиженное лицо, такое. Чё? Подставили, это нечестно. Как бы нефиг было клювом щелкать. Там кто там, кто там? Кэти Джексон? Нет, это Джилл. Рихардс, что ли, блин? Это как главный в Рамштайне. Не тот, который солист, а тот, который у них главный. Там тоже Рихард Круспа или типа того. Это Рихардс. Джилл Рихардс. А, вот это я лоханулся. Так, я тут с собой шины взял, да? Это мои запаски. Интересно, они добавляют веса моей машине? Нифига, тут камни летают! Я говорю, это можно было бы в нарезке, если бы... О, кто нас дождался здесь? Ну, в общем, если бы YouTube так качество не рубил бы. Это у нас два круга! У нас всего два круга в этой катке! А я и не знал, если бы я обратил внимание на это, я думал, у нас три круга, как всегда. Я бы, в общем, поторопился бы, если бы обратил на это внимание. А я не знаю, как посмотреть назад, а мне и не надо уже. Ха-ха-ха-ха, вот совершенно другое дело. А не так, как в конце прошлого. И, блин, вот если бы прокачался бы в конце прошлой серии, я бы сразу быстро бы все прошел бы, а не так, как там произошло, блин. Не мог пройти тот местный апокалипсис полчаса. Там реально полчаса катался. У меня полсерии ушло на последнюю гонку. О, елки-моталки. Я что-то не могу понять. У меня там вебка, что ли, низко так настроена? Да вроде нет. Тихо, тихо, тихо. Есть. Что-то успел сделать. Тихо, тихо, пропустите. Есть. А, не, иди нафиг. Да еды, вот это психоз! Вообще не пускает. Это просто, блин, идите нафиг! Пропустите меня вперед, я не могу так кататься, когда меня дрючат со всех сторон. У них что, машины что ли круче стали? Они прокачались? Странно, они прокачались, а мне новые детали не дают. Ну, это как бы... Это нечестно.
Да нифига у них... А, их всего двое впереди. Так, у нас три круга в этой гонке. Это означает, у нас это последний, и все, я первый. Главное сейчас удержать свою позицию. Сейчас бы главное, чтобы сзади никто меня не подшвырнул никуда. А то они прям пипец как любят такими вещами любят такими заниматься. Ну все, я, короче, лоханулся. А, у нас еще третий круг есть, ёлы. Нормально все, зашибись. Сейчас все исправим. Погоди, вот смотри, вот скринь. Все, вот сейчас будет все исправлено. Так, ну как, кто там? Это Кэти Джексон. Сестра Майкла Джексона, что ли? Уперлась, блин! У них скорость, блин, космическая просто. Иди нафиг, не трогай меня, тварь, скотина. Есть. Так, главное, там бы опять не перевернуться, как в прошлый раз. А переиграть можно, я не хочу ее пускать на первое место. Ну вообще просто вот от слова совсем. Это нечестно, блин, взяли меня там, подковырнули. Точнее, я сам перевернулся. Не перевернулся бы, доехал бы первым. Раздрестали их. Они сами себя раздрестали. Да почему машину так на ровном месте ковырдасит? Там, походу, какая-то запчасть от кого-то отвалилась, я на ней подскользнулся и чуть не перевернулся. Это вообще, блин. Так, ладно, внимание. Где там чё, куда? Да вы издеваетесь, я думал, я там пройду, проскочу, это нечестно. Фу. Ты, блин, прям в забор меня. Не идите нафиг, вы чё, сговорились, что ли? Нормально же катались. Начали врезаться, меня подставлять. Да, я там смотрю, короче, на вебку и не могу понять, ровно я сижу или нет. Так, ладно, я рисковать не буду. Поеду вот здесь. Опять уперлись. Они быстрее меня ездят, я отвечаю. На каких-то больших здоровых машинах, неповоротливых, меня догоняют и обгоняют. Тихо, веди себя по-человечески. Ха-ха, нифига. Вот он просто хотел меня сейчас столкнуть. Я отвечаю. Тихо. Отлично, разгончик дает о себе знать. Нетрушечка хорошо работает. Нетрушечка, драть ее в ушечко. Во, хорошее приземление. Целая куча шин. Это прям какое-то поле, на котором растут шины. Ходи да собирай. Нормально. Да нифига не, опять догоняют меня. Мне без ускора здесь не выжить. На прямых дистанциях. Ага, да. На прямых дистанциях надо юзать ускорение, хотя и еще и не влияет на третий круг, ну и елки-моталки, вы серьезно? Ну-ка, вернитесь обратно, твари. Я что, опять буду переигрывать эту катку? Да ну море этих шин тут разбросали, и никто не убирает.
Надо нанять уборщика, чтобы он все это собирал. Не, я не успею. Это жопа. Не, ну врезалась бы куда-нибудь, но это нечестно. Она доехала первая, а я нет. Фу, переигрывай. Мне просто так чисто, чтобы время не тратить. А время тратится. Все равно, с каждым перепроигрышем. Время, блин, пипец, тратится. Уйди нафиг от меня, не трогай. Так, подожди. Вот здесь можно проехать. Сократил немножечко. Здрасте. Опять шины. Опять разбросали. Иди нафиг, не трогай меня! Не переворачивайся. А он все равно переворачивается, вот просто... Да ну нафиг, вы что, издеваетесь, что ли? Люди, короче, начались опять затупы. Я не могу пройти какую-то, блин, гонку, у меня машина полностью прокачана. После этой гонки по любасу должны дать какие-то запчасти хорошие. Потому что они прокачаны. А у меня этой прокачки нет. И потому я их не могу обогнать. Они не дают мне никуда. Так, ладно, давайте я попью. Я просто не могу. Я сделаю немножечко передышку себе. Балдёж. Так, ладно, сейчас надо как-то увернуться. Тут на самом деле техника как в Dark Souls. Я тут недавно играл в Dark Souls. Правда, без записи, без стримов. Чисто так решил немножко побаловаться. Вот тут, походу, такая же ситуация. Это, походу, какой-то автомобильный Dark Souls. Dark Souls на автомобилях. Да, вот в чем проблема. Это Dark Souls. Все, я раскусил эту игру. Сейчас, короче, мы всех победим и пойдем дальше. А кто там шинами разбрасывается в мою сторону? Ядрить, не трогать меня. Давай вот так. Еще давай вот так. Отлично. Вовремя использованный ускоритель. Залог успеха. Я же говорю, тут нужен подход, как в Dark Souls. К боссам! На каком-то ровном месте просто переворачивайся опять, море шин. Это лес шин. Это такая новая локация в Dark Souls. Лес шин. В автомобильном Dark Souls, я имею в виду. Там просто монстр главный есть такой. Не трогай эту самую. Он чуть в забор не влез. Тихо. Отлично. Третий круг, а я впереди. Во! Начал пользоваться ускорителем в нужные моменты. Перестал врезаться. И все пошло как по маслу. Да-да-да, и с этими словами сейчас врежусь куда-нибудь, да-да, я знаю, так всегда бывает. Так, здесь я должен объехать. А то там непредвиденные ситуации бывают всякие, давай вперед. Ну, типа, пойду наверх, подскользнусь и упаду, все, финиш. Я что-то так смотрю, на втором месте часто бывает Джек Батон. Он типа местный воротила, да?
Лучший круг, я получил достижение. Да, я вон смотрю, короче, вебка, по всей видимости, из-за того, что слишком близко ко мне, ловит меня немножечко не так, как хотелось бы, да? Ну, пусть будет вот так, да? Во, вообще зашибись. Так, люди, продолжаем. У нас с вами еще много времени. Так, и мне, кстати, ничего не дали? Ничего не добавили? Они серьезно? Они серьезно? Ладно, чё тогда, ну чё, ну пойдемте на третью гонку, попытаемся ее выиграть, так? Опять же техника Dark Souls. Подбираем подход. О, кстати, вот на этой карте мы в прошлой серии очень долго не могли выиграть. Там была пасмурная погода. Да иди ты, что? Вот он уперся и не пропускает вообще. И сам не поворачивает, и меня не пропускает. Ну, короче, катались мы на этой карте в конце прошлой серии, где не могли пройти, там было пасмурно, а тут солнечно. Там еще постоянно апокалипсис был. Черт, они серьезно, что ли? Да, походу они серьезно. Еще огнем там своим блещет. Вот это у них прокачка, я офигею. Большая жирная машина меня обгоняет. У меня более гоночная машина. Тихо, знакомые места. Испорченная подстава, да-да-да-да, это та же самая гонка. Да вообще, офигею, я не могу понять, что нажать, куда вообще. У меня, короче, все перепуталось. Я не знаю, либо тормозить, либо поворачивать в какую-то сторону. Я поэтому переигрываю все, как бы. Ну, чтобы время не терять, сразу говорю. Да пойди ты нафиг, вообще не трогай меня. Кто это рядом со мной был? Ускорителей на самом деле не хватает. Закиси азота. Он быстро расходуется и долго накапливается. Здрасте. Вот. Так, у кого-то там жопа произошла. О, вообще кайфецкий. Я, конечно, не знаю, сработала там эта штука или опять же снова сломалась. Испорченная подстава, я имею в виду. Ну, короче, потом попозже посмотрим. Так, апокалипсис. Да я манал просто. Я офигею! У них откуда такая закись азота? Я вообще офигею. Я накопить не успеваю, у них, блин, полный бак закиси азота. Так, пошла нафиг. И не дает развернуться, я офигею. Да, подстава, короче, не сработала. Она вообще тут как бы есть, как бы нет. Она есть наполовину, она чисто присутствует. Но она не срабатывает. Опять же говорю, надо обратиться к разработчикам и сказать, мол, типа, ребята, а у вас там жопа не работает. Они там срезают, поэтому они нагоняют меня в некоторые моменты. Там можно просто ехать прямо, а я поворачивал. Так, это Джилл Рихардс. Здрасте. Пошла к черту. Иди нафиг.
Догоняю твари! Черт! Я офигею, просто... Джилл, пошла нафиг! И машина... Пипец. Машина просто не срабатывает. В некоторые моменты. Кто-то лоханулся. Их бы главное, чтобы в повороте меня не дрючнули. Тут самое страшное, когда поворачиваешь, а в тебя врезаются, и ты сразу теряешь контроль. Вот здесь можно было прямо ехать. Это была последняя катка. Я думал, там еще круг будет. Ёлы-моталы. Не последняя катка, а последний круг, я думал. Фу. Так, я сегодня успею там пройти одну эту самую. Я на много сегодня не претендую, сразу говорю. Так, и опять же, ничего не добавили? По-моему, ничего не добавили. Ладно, продолжаем дальше. У нас две карточки в этом турнире остались. Мне сказали, что там надо выполнять вот эти штучки дополнительные. И можно получить какую-то хорошую машину. Вот. Ну, то есть я хотел сначала чисто гонки пройти, а потом только дополняшки всякие. А мне на это заявили, мол, типа то, что там целый кайф. Полный кайф, типа, получить можно. Вот. Но все-таки я буду стараться гонки проходить. И нафиг, чтоб тебя разорвало. А, здесь, оказывается, тоже можно проехать, да? Так, Джек Бентон опять же на первом месте. Вылет на это самое, давай, короче. Жесть. Да и, в принципе, мне это уже, наверное, не пригодится, то что... Ну, я там в конце серии объясню все. Люди, опять же, обратите внимание на то, что во время гонок, когда картинка быстро меняется, все сыпется. Потому что это не из-за того, что я так снимаю, это не из-за того, что я там что-то неправильно делаю. Это все из-за того, что YouTube сильно сжимает видео. Он просто катастрофически сжимает видео. И на эту тему я в конце кое-что расскажу. Объясню. Ну, короче говоря, просто расскажу и все. То есть, если играть какие-то обычные игры, не гоночные, то там такой проблемы нет, потому что там картинка статическая, статичная. А здесь картинка динамичная. Постоянно сменяющиеся во время гонок. Так, ладно, я туда не пойду. Я сюда пойду, там снег в башка попадет. Бентон! Бентон, на тебе хана. Бентона, я тебя сейчас догоню. Сколько у нас там? Три круга, да? Сейчас второй круг. Отлично, все. Хана тебе. Давай, поехали кататься. Какое наслаждение. Бентона теперь так плохо, а мне так хорошо. Это, блин, дура вышла вперед и долго сильно не удержалась. Наверное, тоже ржала над Бентоном и врезалась в стену. А я не такой, я нормальный, я еду нормальный, не врезаясь никуда пока что. Ну это пока что, как бы у нас все впереди. Сейчас все изменится, да? Тихо, не трогай. Не трогай бяку. Я не могу нормально повернуть. Блин, пока нас не перегнали. Где там Бентон? А он на третьем месте, он все-таки... Я думал, он сейчас будет на 10-м месте, там, я не знаю, на 20-м, на 100-м. Не, он все-таки на третьем месте. Все-таки не уходит от своего первого места далеко. Он надеется на то, что... Догонит и типа вернет себе первое место. Нет, чувак. Нет, у тебя один круг. Я думаю, тебе сегодня не повезет. В этой катке я долго не задержусь.
Я надеюсь, конечно. Я надеюсь, сейчас Кара не настигнет меня. Черт, ускоряться нечем. Так, тихо, ладно, едем прямо. Главное сейчас не перевернуться на ровном месте, как это обычно бывает. Да ёмана, просто, ну что это за фигня такая? Сколько там времени? 35 минут? Фу, ладно, я надеюсь на то, что успеем сделать кубок сегодня. Хотя бы один кубок. Я на большее не претендую. Так, Бентон, а давай повторим. Бентон, далеко не уходи. У меня для тебя сюрприз есть. Бентон. Ля-ля-ля, шу-шу-шу. Хочешь, что-то покажу? Так, София. А я тебе ничего показывать не буду. Я хочу Бентону показать. Хотя нет, там кто там на первом месте? Там, походу, Джилл на первом месте, я не знаю. Уже не на первом. А, София, ты все-таки хочешь, чтобы я тебе показала, не Бентону? Ну давай. Так, ладно, сейчас как бы не время ничего показывать. Сейчас надо найти оптимальный маршрут. Они поворачивают в эту сторону, и поэтому первыми приезжают. София, блин. София, пошли, я тебе что-то покажу, что я показал в прошлый раз Бентону. Я что-то так смотрю, ты прям сильно хочешь. Ты очень сильно хочешь, 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 хочешь. Хочешь, но молчишь, я точно знаю, хочешь. Ну-ка, 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 погоди, погоди, погоди. Нет, не получится, не получится. Ну, немножко показал. А-а-а, кто это? Это Лей. Бухла на Лей. А, она особо сильно не крутая. Я думаю, то, что ее обгоним. Ладно, пусть пока едет первая, я ее обгоню в любой момент. В любой удобный для себя момент. У меня ускоритель, вон, я там что-то смотрю на... Накопи... Нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Накопился у меня ускоритель немножко, я его потратил. Нифига себе! Они что там, под стероидами что ли катаются? Так, это третий круг, между прочим. А это бабенца Лей. Лей. Она что-то прям вообще далеко уехала. Но ненадолго, да? Так, ладно, храним ускоритель на прямую дорогу. Крыса, да и мать твою, говно, вылет на трассу не считается! Фу, успел. Успел, но, блин, София опять хочет, чтобы я ей что-то показал. София. Давай. Я тебе сейчас что-то покажу. Смотри, я на стероидах. Так, давай теперь я срежу. Они вот здесь меня пипец обгоняют. Ну, если я еду по длинному пути, они вот здесь срезают, а они быстрее приезжают на финиш. Вот и секрет победы. Фу, блин, я опять же без джойстика, играть вообще неудобно, рука прям пипец, блин, какая. А, пипец, пипец, 39 минут, там что-нибудь еще есть? Еще одна катка есть или нет? Бентон, блин, везде, блин, себе набрал всего побольше, так.
Опять же, прокачки никакой нет, я так понимаю. Да, последняя катка у нас 39 минут. 40 минут уже практически. Я не знаю, 20 минут, я надеюсь, не потрачу на эту катку. А то опять видос часовой получится. О, а я эту трассу я знаю. Кайф. Отлично, апокалипсис сработал. Так, я на третьем месте. Эх, блин. Скорость потерял. Отлично, вообще красота, блин. Я знаю эту трассу, я сейчас без проблем выиграю. Ну, по крайней мере, на изучение трассы время тратить не буду. Отлично. Я просто почувствовал, что меня догоняют. Поднападал газку и уехал вперед. Все, кайф, балдеж. Ням. А, так это последний круг, их всего два здесь. До свидания. Ух, ядрить, какой же это пипец. Люди, все, манаем отсюда. Я сейчас кое-чего вам расскажу под конец. Я думаю, можно закончить серию. Лучший круг, зашибись. Сейчас я объясню, обрисую всю ситуацию, и вы поймете, что к чему. Напишите мне в комментариях, так, три косаря. Skycraper Derby, это нам не надо. Короче, так, минуту. О, 10600 у меня кредитов. Балдеж. Давайте, наверное, сразу посмотрим прокачку. Мне любопытно. Ничего нового нет. Здесь ничего нового нет. А здесь у нас тоже ничего нового нету. И здесь тоже ничего нового нету. Здесь. Да они вообще офигели. Они хотят оставить меня без прокачки, что ли? Да, они мне прям так сразу прямым текстом и говорят: чувак, ты будешь кататься здесь, ну, типа вот так, без дальнейшей прокачки. В общем, люди, я думаю, все, на этом гоночки закончены. Но я хотел кое-что рассказать. Значит, ситуация такая. Я снял первую серию, выложил ее, она сыпется. Вы, возможно, обратили на это внимание. Ну, кто смотрел с телефона, может быть, сильно не увидел, а вот кто с монитора смотрел, особенно на Full HD экране, да там даже на любом, блин, экране, там куда ни смотришь, там везде все сыпется до ужаса. Я думал, проблема во мне. Я искал пути решения данной задачи. Я снимал даже в высоком битрейте. Я рендерил там тоже в высоком битрейте. Я и через Sony Vegas рендерил, и через DaVinci рендерил. Короче, никак это не исправляется. YouTube, все, что бы я ни загрузил, он это сжимает. То есть, грубо говоря, пока у нас статичная картинка, вот как сейчас, да, то есть картинка держится, она, в принципе, ну, на это и рассчитана. Но когда играешь в гонки, именно тогда, когда начинаешь гонять, когда картинка становится динамическая, то есть все проносится мимо тебя, вот эта вот смена всех пикселей очень сильно происходит, картинка просто-напрочь вот просто сыпется по самое не могу. Поэтому я хочу сказать, что продолжать проходить гонки на своем канале я не хочу. То есть те каналы, которые популярны, у которых... А, мне тут сказали такую вещь, то, что вот, ты знаешь, это если бы у тебя 100 просмотров было бы, то там бы все перерендерилось бы, выложилось на более качественном, в качественном формате, там типа бла-бла, все дела. Я не знаю, у меня набралось просмотров моего первого видоса по этой игре, первой серии, там 100 просмотров набралось, но ничего так и не переконвертировалось. То есть... Блин, я забыл, к чему я все это говорю. У меня что-то прям все из головы повылетало. Короче, люди, ситуация такая получается, что... А, вот что хотел рассказать. Я посмотрел, у меня там вроде как 100 просмотров значится, 10 лайков, но при всем при этом у меня, при том, что видеоролик длится 1 час,
У меня там в общем количество времени просмотренного набралось 4 часа там с половиной. Из которых где-то 1 час это мой. Потому что я пересматривал свой ролик и охреневал от качества, которое мне предоставил YouTube. То есть, по сути, полноценно меня посмотрело, не считая меня, всего 3 человека. А просмотров, значит, 100. Может быть, тот человек, который мне говорил про то, что 100 просмотров должны быть, наверное, полноценных, типа, чтобы 100 часов было. Но, опять же, меня никто не смотрит, как оказывается. И поэтому я не вижу смысла засорять свой канал некачественными видео. Некачественными в плане того, что картинка сыпется. Если бы картинка была бы хоть насколько-то приемлемой, я бы, в принципе, может быть, и продолжал бы играть. Поэтому, как бы... Я и предлагаю поэтому закончить прохождение данной игры и проходить что-нибудь не связанное с гонками. То есть, я-то не знаю, там стрелялки какие-нибудь, приключения. То есть там, где картинка более или менее статическая. В общем, люди, пишите на эту тему что-нибудь в комментариях, там бла-бла, все дела. А, да, кстати, хочу такую вещь заметить. Ну, пока, в принципе, у нас время еще идет, 46 минут. В общем, я обратил внимание на то, что на моем канале очень хорошо заходят шорцы. Но они на самом деле, я так понимаю, у всех заходят. Просто там тема была хорошая. И поэтому и эти шорцы начали смотреть очень сильно. Поэтому я прихожу к мысли того, что шорцами заниматься было бы интересней. Поэтому я и не вижу смысла, вообще никакого не вижу смысла проходить гонки, которые сыпятся на моем канале. Не знаю, но хотя бы они не сыпались бы. В общем, люди, давайте так, короче говоря, я заканчиваю. Вы пишите свое мнение в комментариях под видео, да? Где хотите, там и пишите. То есть согласны со мной, не согласны. Или может быть типа, нет, продолжай играть. Но я, наверное, не буду продолжать играть. В общем, как-то так, люди, я заканчиваю на этом. Там, на чем я заканчиваю, давайте посмотрим. Да, то есть по сути у нас последний кубок во второй части всех заездов. И так это на всякий случай, если вдруг в будущем ситуация изменится, я хотя бы буду знать, с какого момента можно будет продолжить проходить. Все, люди, спасибо, что были со мной. Этот видос у меня получается меньше, чем на час. Почти на 50 минут, там 47 минут, 48, наверное, сейчас накопится. Все, спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели. 3 полноценных просмотра. А цифра 100 просмотров. Ну, зашел, посмотрел, фу, говно, ушел, поэтому 100 просмотров. Люди, все, давайте, спасибо, что были со мной, спасибо, что ставили лайки, смотрели, бла-бла, все дела. Увидимся с вами в каких-нибудь более, ну, не гоночных играх, а более статических, с более статическим изображением играх увидимся с вами. Так что, давайте, всем покеда.